Всем привет! В этом вайпе я вступил в клан. Нам нужно было сыграться с ребятами перед масштабным турниром на 2000 долларов. Как прошел наш турнир, вы узнаете в конце этого ролика. С этой командой я знаком. Недавно у меня выходил ролик с турнира на 10 тысяч долларов. Как раз эта команда там и победила. Хоть я и знаю этих ребят, и даже с некоторыми играл, мне нужно было запомнить голоса, тактику и многое другое. Всем приятного просмотра! Не забудьте поставить лайк! Ты мне немного ткани еще. Ткани немного. Ага. Наш строитель сразу отправился на место нашей базы. Естественно, это космодром, логово всех кланов. В это время мы все встретились и нафармили ресурсы на нашу базу. Нам бы сейчас просто вагонетку забрать. Здесь еще сейчас отпинаем еще кого-нибудь по пути. А вон, 4 типа бегут справа вообще. Или они бьют его. У тебя много стрел? У меня 18. Вагонетка едет к вам. У меня 20, на тебя половину. Дай чуть-чуть. Мы сейчас эту вагонетку можем принять, если мы добежим до этой. Да, она едет, она ровно к вам едет. Мы спускаемся. Вы не успеете. Мы с ней не успеем. Она на скорости едет или что? Ну, нормально, да. Нет, успеете. Там 5 вагонов, она медленная. Не, здесь Ют справа бежит в лесу от нас. Да, вижу. Я за вагонеткой бегу. Он на путях прям. Вижу ее. Ну что, принимаем сразу в голову сейчас ему? Там не здесь Ют перед ней, он тоже принимать пытается ее. Но она на большой скорости едет. Остановилась! Я хит ниндзя сет дал. Ниндзя сет надо убить, парни. Я ему хит дал. Назади на путях. Еще хит дал ему. Живи. Я сейчас завтра. Хит дал. Он убил его, слышите? Он убил его. А, да? Да. А мы этого убили, типа. А, нет, убили, нет, что? Нет, да, он жив. Как он? Он через речку побежит. Давайте, молодец. Убили его. Я с него сет возьму. Парни, ресты есть. Сторону. Из города выбежало 4 человека, за мной бегут. Давайте уедем, пацаны. Уезжаем быстрее. У нас... Уйди, спрячься. Не толкай меня, пацаны. Меня не толкают. Это баг игры, прямо иди. Спрячься. Я понял. А тебя просто на краю, прям, блядь. Так я тоже. У нас есть закрытые вагончики. Давай вперед. Парни, у нас казино есть. Пацаны, кругосветку совершаем. Побежали отсюда пешком, добежим. Да, пошли. Можем, в принципе. Я тебя с паник откину. Наш строитель построил мини-кибитку и дал информацию, что у нас уже есть соседи. Какой-то клан. Ну, давай сломаем их. Да, а, внутри, да. Ну что, крафтим йоки, погнали работать. Открывай. Мы тут. Я код лог делаю. Шкаф открывай. Никитас, откроешь? Я код лог крафчу на первую дверь там. Давай, я крафчу ящики, два маленьких. Нам сразу повезло, и один из тиммейтов нашел бур. Время на нашей стороне, ведь судьба нашего дома зависит от того, кто из наших соседей быстрее нафармит ресурсы на дом. Нам сейчас микросхемы найти, если вы нашли бы, вообще было классно. Я бы сейчас сразу электрические печки бы поставил бы, и все, мы вообще не переживали по доплавке. Это вообще норм тема, мы ни разу ей не пользовались. Электрические печки — это пиздец. Уголь отдельно просто дерево закидываешь, просто металл же очень быстро нужен, серый. А уголь ты поднимаешь, бомжики бита, которых ты рейдишь, соседей всех вот этих. Сейчас домом ты можешь заняться? Второй этаж уже ставят для печек. Потому что я тебя несу уже 10 тысяч камня. Так, соседи трое вышли из дома, их четверо где-то играет, да. Они контролят Рейн-Ярд, короче, у них там все файты. Соседи наши клановые, которые. Каждый игрок нашей команды был занят своим делом. Одни фармили дерево, строили кибитку, другие держали космы и фармили компоненты. Я занимался всем по чуть-чуть, но потом узнал, что у меня есть изучение, что поменяло все наши планы. Пила изучена тоже, слышите? Верстаки нужны. Ура. Пацаны, наши соседи к вам побежали. Медведь возле нас заспавнился. Парни, давайте сейчас первый верстак, слышите? Первый верстак. Первый верстак, идем со соседей наших бахать сразу же. Давайте. Молота на втором. Да, маленький второй. Второй, но сейчас надо начать побыстрее сделать. У нас есть скраб уже на это. Все, отлично, второй. Отлично. Давай рекаемся под фул сейчас тогда. Давай, я рекаюсь, я все скинул. Туда тоже ты скинул. Я на том к ним залезу, пойду. Давай. За первый борбенч ставлю, сразу убираю его. Второй ставлю. Сейчас серо наплавится, по берге можно снять. Космо, иди контролить. Борбенч готов. Слышишь, что кричат? Вот он, я слышал, что они там кричат? Вам же пизда. Ракетами закидает нас. А это походу... А, так вот. После школки. Он застроился, нет? Давай, ага. Давай.
Дружище, ты сегодня не просерся, ты просерся в доме, блядь, записка, что я тебя вы... Ты не знаешь, сколько нас, ты не знаешь, сколько нас, блядь. Дружище, ты не знаешь, сколько нас, блядь. Знаешь, сколько? Тебе просто пиздец, а мне сколько вас, блядь. Я залечу, я с гостиком зайду. Этот клан был огорчен, ведь еще до этого наши ребята поймали их на трен-ярде и забрали все ресурсы. Минус первый клан. А на там их типов убили. Застроим шкаф-то просто, есть что? Чем застроить? Я вытащил. Так как у нас уже у всех практически есть оружие, мы идем на космос ждать другие кланы. Пишу вопрос. Сейчас где-то чиркнет Никитас. Ну я его уже зарубил уже. Одного убил, фулдэ. У меня еще двое минимум фин. Да. Под воздушным шаром и где-то... Второго на улице. Тут в кустах. Три хита. Я убил его. У меня еще один без трех хитов, я не вижу. Бегу к тебе, бегу. План ББГ. Не вижу. Он где-то в синем этом ведре. Коль, беги сюда за этот, за салангар. Иду. А, ты где? Давай я тебя подсажу. Вот, салангар, видишь, я? Голову дал одному. Я залезу. Я на ангар завожу. Давай. Я жду, пока они пикать будут. Сука, мне голову дали. Я жду вас. Я бегу. У них мало пуль, они боятся играть. Одного убил, full dead. Ага, full, да. Двое стали. Да, он один там как будто. Давайте, может, я первый с арбиком, ну, а вы... Одного убил, все, найс. Все, отлично, иду вот один. О, еще что? Пацаны, убейте бомжа, елка. Вот копьем на нас начали. Тоже дали. А, вы же вы? Они забиты. Да. Они фул забиты. Ну, такое себе. 500 крапа. 500 крапа. Мы нафармили бы быстрее. Вот у меня есть, ну это да. Но мы у них сета забрали. Я сет с него забил. А где питон будет? Я пошел сейвиться, фуловый. У меня 700 скраб, кстати, я ноутал за все время. Убил, ты живой? Ага, да. Еще один где-то. Вижу его. Убил. А питон, ты где убил? На шарике, на трубе. 68 клан. По 100 патрон с собой носит, нормальные сеты. Так, я ушел, у меня 5 патронов осталось. Ой, не заканчивается. Так, я патроны сейчас сделаю, много с собой не берите, у нас пока серы нет, еще пошел туда серу фармить. Нам бы сейчас кого-то бахнуть, пока они дома так не расширили. Я бы танк взорвал и бахнул. А, ну танк, да, танк можно бахнуть. Но проблема с серой, надо его подфармить. Надо, чтобы кто-то пошел со мной, я все быстренько подфармлю. Патроны сейчас будут. Серьезно, ты рубишь дерево обычным топором? Ну да, где мне взять скин на него? Все просто, есть такой проект как Rust for Real. Тут есть множество кейсов с топовым дропом, но лично я предпочитаю играть в новый уникальный режим, в котором тебе предстоит сражаться с учеными из Раста. Они охраняют кейсы под номером 5, 10 и 15. Выиграв их, ты получишь не один, а сразу два топовых скина, к примеру, как сейчас. Ну а для самых смелых есть режим хардкор. Пусть тебя не смущают ценные риски, которые тут выше по сравнению с обычным режимом. В случае победы ты уйдешь куда больше окупа и получишь более дорогие скины. Также в честь нового крутого режима я подготовил честный промокод ТОПОР, который даст тебе плюс 25% к депозиту. Советую поторопиться, ведь количество активаций ограничено, поэтому скорее переходи по ссылке в описании и забирай топовые скины на Rust for Real. Пока была ночь, я занимался сортировкой и установкой электрических печек. Болдали с компонентами потом. Одного убил, я не знаю, он ли это. Нет, еще двое! Выхожу. Еще одного убил. Еще двое. Меня убили. Я не вижу его, Еще вижу. Одного убил. Все, минус 7. Четвером на меня просто накинули. Что за клан? Клан ЭДК, ИДК. А вон они, кажется, рядом живут. Огонь на 140. Нам сейчас нужно быстренько ставить компаунд, уже все заряжаться, серу подфармить и идти бахать. Там сейчас ребята фармят по-любому, у них ресы есть, чтобы мы там с углем не страдали и остальными ресами. Сейчас тогда компаунд я сделаю, биг печки я тоже сделаю. А, топляк. Для КНПЗ, не? Как его называется? КНПЗ не изучено вроде как. Топляк есть. Так на космодроме можно пофармить. Типы еб... Трое типов у меня!
блядь. Минус один. Давай. Минус два. Я бегу. Патроны закончились. Минус три, все. Бегем, да. Хотя, в принципе, план больше БТ. С чем? Я говорю, с беретами. Т-20? А где у них дом? Второй у нас в деревьях. 170. 2 на 2, вон, скалашка у них. А, нет. За скалой, за ближней. Один на крыше стоит в хазике. Есть? В деревьях. Убил. Убили? Ага. Где еще один? Вижу. Это... А вон у них хата. Это ИДК клан. Бегло убил Берда. ИДК клан. Хидо. Убил его. Еще, лутает Берду. Или что это? У меня зафризил раз, все. Я умер, наверное, да? Да, ты умер. Слева, ага, убил. Я встал здесь, не лутайте меня, я прям тут спал. Вы убили в доме, типа? Да, нокнул, да. Ну, все, Настя, можно Берду лутать. Я иду лутать его. А, я сломал предстройку. Бастан. Там еще один. Понял, в чем прикол? Везде билда бьет нормально, кроме вот этого клочка. Вот этого. Ну, дома близко поставь, да и все, или ты дом не расширишь потом? Не расширю. Ну, а что тогда дома? Я имею в виду, надо вот выжечь теперь вот эту стену. Не, она там очень криво ставится, типа, вот, смотря даже. Вот так, да, максимально. Это тут придется вот это сжигать. Ставить по-другому. Ну, сможем сжечь, это проблема-то. Позже мы отказались от электрических печек и поставили большие, после того, как ребята устранили проблемы со стенками. И я с помощью сортировки настроил так, чтобы нас не обокрали. На третьем этаже, да, аккум? Да, аккумулятор. Пока я занимался сортировкой, ребята пошли на дроп наших соседей. По нему стреляют. Вот тебе бежит, Сзади у меня в кустах, Квин. Сзади у меня в кустах. Бежит к бензинной лодке. У него, походу, рез сайр, не? Я залутал берету. И лесенку свою. Так мы и получили болтовку с 8x. Мы контролили космо, нам не нужен скрап на изучение. У нас получилось очень много скрапа, который мы могли обменять на смоки в безопасном городе и сделать порох. Мы отправились на вагонетки. Слева Радган с косюм. Берданкой. Давайте спокойно просто проедем. Не умрите, зайдите внутрь. Да, я без хилок еще. У силу можешь взять, а потом вот со шприцами. Сопля. Аккуратно, тормози. Тормози. Тут ловушка, походу. Ловушка, слышите? Ловушка, а? Поехали, да? Давайте уже. Надо вот другую взять. Переслапаемся. Здесь я. Все, не стреляйте, сейчас то вообще в городе попадем. Все, мы тормознулись. Давай. Ты куда? Это делаешь, Финн? Чего, разворачиваемся? Направо, там ближе. Да. Убил его! Я еще умру, блядь. Я тебе шприц воткнул. 19 хп у меня, блядь. Все, мы уехали. Воткнул. Слева еще! Блядь, спрячься. Меня убили. Пиздец, я сдох. Все умерли? Да. Мы попали в засаду и потеряли 3000 скрапа. Нам нужно было топливо на хилке. Я отправился фармить животных, чтобы поставить НПЗ. Секунду. Ой, у меня проблема, я людей нашел. Убил я всех. Я скинул бур на крыше, ну. О, топляк приехал. Ко мне, хелп! Все идите ко мне! Хуясь. Бур на улице, я смотрю. 200 МВК, топливо, сопля, сачели.
Залутай, пожалуйста. На горе, на горе. Кэшбэк приехал. Кэшбэк, да. Может, дверь кто-то железная скра... А, я крафт, так я имею есть. Николай, ты чё сотворил? Чё? Ты НПЗ к дому, что ли, перестроил? Да. А как надо? Я ж спрашивал, вы дом расстраивать будете? А, да? Ну ладно, похуй, пускай так будет. А чё, так мы на... Ну ладно, на территории, правда. Я поэтому спросил, я это так всегда делаю. У нас есть топливо на хилке и появился порох, на который мы можем накрафтить наши первые скоростные ракеты и отправиться на танк. Также мы залутали дроп, который выбили с этих ребят. Я отошел покушать, и как вернулся, услышал такую информацию. Мы на танке уже деремся. Мы почти танки рейдили, да, здесь уже. А вы танк бахнули? Два чела осталось. Нет, они бахнули. А, понял, нормально, я отошел. Вот-вот, тебе надо его убить. На треугольник, голова два чела. Дал китому. Убил. На дороге, на дороге. Ой, треуголку добить? Да, сколько треуголков остался? На спину накидывай. Спину почти убил. Треуголки. Я живой? 9 хп? С дороги еще бежали типы. Вижу типа. Дайте инфу, я с пешкой 10 патрон бэкаюсь. Возле забора один, и один возле, как от ракеты, дорога. Передо мной еще один понял. Здесь. Я бегу, у меня пешка 10 пуль. В правую спину. Иди сюда, пузатый. Где? А, давай. И по мне стреляют. Спину убил. Три хита ему дал. Берданки, которые по тебе стрелял. Я понял, понял. Вижу, вижу, сейчас убью пески одного. Два дал, три дал. Нок, нок, нок. Мне больно, там еще одна берданка. Перед нами, Никита. Пустак где-то еще. Убил, да. Еще вон хазик, еще вдали. Я красный, там их дом где-то. Убил хазик. Одно убил еще. Меня крутит, меня крутит. Ходи, строй. У меня нокнули, я лежу. Боже, я открываю руку. Живи, Фин. У меня патроны закончили. Иди ко мне. Гоу дал, Два хита ему дал, дальнего. Убил, фулгир на горе убил. Давай. Подожди. Я в пиве лежу, Колян. Давай, иду. Бич подобрал. Деревьях, может, нет. Никит бич ган подобрал. У меня, блядь. Перед нами топает хазик. И бежи клан, да. Убил кента, убил. Угу. 68. Меня убили, Никит. Канан, мне кофейни сет, забери канан. Что забрать? Вот здесь. Кофейни сет, вот здесь лежит. Yes. Никит, уходи, не ходи. Никита, они все бэкают, уходи. Все, надо уходить, надо уходить с фулганами. Я ухожу, думай. На скиллок ничего нет такого. Но у меня только 31. Бля, просто с этими ганами не убегу. Я вижу тебя, вижу. Нихуёво, парни, можно посмотреть? Отходи, отходи в лес, отходи в лес. Да, у меня 40 ганов. Радик, дай. Я отхожу тоже. У них элка. Все, я отхожу. Убегайте. Радик, у твоего Радик кратко бьет. Парни, надо серу фармить и стих бахать. У нас есть первые клиенты на выселение. Они забрали наш танк. Мы отправляемся на плотный фарм. Если он не свернул, то... У меня типы уже. Там кто-то фармить идет? А, Фин, вижу. Я начинаю файт. Я бегу навстречу на перерез. Там справа бомжик еще. Минус один, пятка. Еще есть? Бегу. Да. А, двое. Калашом. Я отхожу. Живой? Он с дома, да? Побайте его. На 40 внизу у вас. Он в стенках ходит. На посолова? Я не пикаю. На меня стенку можно поставить. На меня нет стенки? Ну, по мне стенка. Он обо мне не знает, где ты. Он бежит ко мне. Я не знаю, я возможно скидываю. Одного убил? Убил. Три хита дал. Калаши за стенкой. Он убегает. Я бегу себе. Он умер. Наши трупы не упустите, Да. Никто справа хп подними, никто. Нет, не умер. Поднимите. Он убегал, Коль. Блять, ну сори, я слышал труп, когда умер он. У меня калаш был. За стенкой деревянной. Строчка серая, строчка металла. Нет, вот калаш стоит. Все, да. Скинь калаш, пожалуйста. Ага. Все нормально. У них дом дальше, они оттуда камбэкали сейчас. Так, ну чё, давайте фармить прям максимально сейчас. Ящик серый отфармим быстренько. Пока мы фармили, вылетел вертолет, и он пролетал возле нашего дома.
наверх, пин. А сейчас я эти два камня дал. Ладно, сейчас разберемся, упал, давайте. Все, вижу. Нормально. Застилил Никитос, иди очки. Имейте в виду, сейчас клан придет, с которым мы калаши выбили. Нет? Отсосал он, спасибо. Просто нищие чмо, это которых мы в самом начале вышли. Это IDK вот? Не волнуйся, сил. Это... Панк GGG. Тут такое, блядь, не пропадает. Я и танки бегу добывать. И вертолеты. Говна. Разрывные патроны. Патроны. Ну, это не то немного, это не разрывные. Ну, 30 штук это, хотя бы. Ну, в принципе, патроны. А где кланы? Где кланы вообще? Да они не пойдут сюда, по дому, они знают, где живем. Еще видят, что лес испилены почти. Блядь. Не разбирают. Ну, кстати, тишки ракеты. Все, тогда идем бахать сейчас этот клан, возле нас который. Тишки ракеты. Еще по три все. Ребята нашли машину и починили ее. Мы отправляемся на наш первый рейд. Хата изменилась, нет? Это фри, как будто можно... О, на крыше двое. На крыше двое. Двое сейчас охуеет. Вижу. Голый, голоден. Я предлагаю... Убьем? Как будто там... Я не вижу. Справа тип заряженный идем. Справа, справа. Убил, элка упала. Начинай бахать. Чё? Заряженный убил, правда. Убил. Найс. Чё, я предлагаю слева, сзади дома начинаю. Сзади, да, вот того и шкаф там. Вот сюда. Бегу. Вот дверь. Еще морали ракеты быстрее. Две ракеты. Хотя, слышал, 4 ракеты вот сюда, дай. Давай. Ждите со стороны танка. Да. Нет, не было танка. Они дома сидят. Чекаю стрел. Меня со стрелом, у меня меня убил, доктор, нам нет 2000. Две сишки, вот сюда, Никит, дай, Никит. Да, там все открыто. Сейчас. Убил! Бля, зря, ну пиздец. Меня убили со всей взрывкой, пацаны по дому, откуда мы заходили. Да, сдох, меня лутает. Лутает. Еще сзади тебя, Коля. Заходили. Да, сдох, меня лутает. Лутает. Еще сзади тебя, Коля. Я чекаю. Бля, 200 я накрышу, что? Я же говорю, зря очень, бля, надо было подождать. У них очень много ряд. Второй этаж, парни. Пойди, Фин. Что, вы там рейсы чекали? У них патроны есть, ё-моё, там у них компонентов. Ветряк есть, кстати. Я... Там я еще скоростных ракет забрал, осечку одну. Я застрял дом снова. Все, отлично. Типы бегут, слышите? Этого я убил внизу, еще подо мной. Под горой. ПП будет? Вижу. Да, иду. Убили? Отлично. Да, убили. Да. Это клан САК какой-то, пармели. Иди. Такой важный. Я скинул рез себе обратно, может, она открыть. А, нормально у них туда. Я там серую сейчас. Ну все, это хорошо. Все, давайте лутаем, уходим. Я предлагаю, у нас ракеты остались, клан возле нас бахнуть, который вот бегает камни фармят. Сначала танчик, наверное, нет? Которые бомжи? Сейчас танчик, да. Приезжали большой? Мы убрали первых конкурентов на танк, не без ошибок, но все же зарядили. Мы готовимся к следующему танку. Когда ты играешь кланом, нужно делать все очень быстро. Поэтому я поставил на улице ящики для быстрого скида и настроил сортировку. На улице скидывать, Коля? Да, все скидывайся, все, поедь домой. Нормально. Все понятно. Вот этого нам не хватало. Нам сейчас, что мы сейчас бахаем танк, рекаем компоненты, и надо будет порядок навести на районе вообще. То есть накрафтить все, найти кланы, еще корову сделать. Давай. Еще еще болтоник сидит, я болтоник сидит один. Ты с чем был? С питоном, с фэмиком. Понял. Он один лох поехал. Я чекаю его. А кстати, может быть, нет. Он внутри, да, сидел? Да. Я балкон чекаю, с песков не вижу его. Все, танк. Страны метро. Берда не наша? Нет. Они фловы, кстати, лежат здесь вдвоем. Угу. Коля, сколько у тебя же пришел? На. Я убил ее. Нет, двушку убил.
Он один был? Да. Забежал на вышку на 110. Я понял. А куда калашист убегает, Никит? 110 на вышку другую, ближе к нашему дому, которая арфиловская. Я убил его. Найс. Я лутаю здесь всех. Я залутал его. Я не знаю, я не видел. Ракета. Одна ракета. Что? Да, вот, да. Ящик и пулик. Пулик, да. Так, ракеты положил я. Я положил туда ракеты и зажигательные. Топ-сет возьмите кому-то маску там и так далее. После танка мы переработали все компоненты и зажигательные ракеты. Нормально тут падает с них. Икспа и все. Пока мы занимались домом, заспавнился новый танк. Убил. Они чекают вас дома, один точно с калашом сидит, чекает вас дома. Я могу никуда дома сидеть и подавать, как они выйдут. Давай. Поломой скис был. Я могу за вас тоже. Да не знаю. Слышь, подпустите их ближе. Подпустите их ближе, как космо. Стрипер забей. Их надо ближе, да, подпускать. У меня фонарь есть, Финн. Забей. Окей. Крыша. Кролл его дал на крыше. А где танк, да? А, вижу танк, он возле перераба. Не, он опять мимо пробежал. Он пошел крутить через дом, пацаны, который мы рейдили. Зато мисс, ну, блядь. Еще один дорогу уже перебегает к вам. Хорошо. И Хазик побежал через дом, который мы крутили. Ой, через дом, который мы рейдили. Я ему в спину выдвигаюсь. Ну, пиздец, БНВшками это вообще. Типа, увидел? Убил? Должен был убить. Нокнул, да. Все, ночишь. Сейчас пойдут. А там? Они уже у вас. Они с стороны ракеты будут, скорее всего. Это кто зажимает? Это по мне, меня чуть не убили спину. Я танк чекаю идеально. Как лан пришел? Понял. На коцу. Ты глушитель, да? Это я глушу. И там они глушители. Трое под тобой, подмышка, трое, блядь, под тобой. Там еще левый клан пришел. Я одного должен провалить было. Меня заспотали, походу. Не вижу. Право, у тебя фонарик. Убил его. А, найс. Красавчик. Золотом там шепка, блядь. Воля, забей хуй. Там 2-3 фулгера осталось. Можешь тебе дать? Да, скинул. Он слева. У меня хазик передо мной. Один. Минус один. Минус два. Еще хазик. Я не вижу солнце. Голый. Лутает хазик. У меня пуль нету. Я одного убил. Я тебя скину, Томми. Убил. Еще сет у нас фин. Нужно найти, где эти типы живут. Стоило нам один раз умереть, так сразу все кепки на районе активировались, и они помешали нам побороться за танк. Его глушителю, блин. Так это пулемет, на глушителе сюда пришел. Спина, меня убили. Со спины, со стороны Трэньярда, меня убили. Сюда бомжи бегут лутать. Меня убил. Нет, не убили его. Сколько метров? Убил еще калашиста, убил еще? Подними меня. Еще возле заправки. Золотая. Скажи, что ты войс. Два хита дал? Это я. Два хита ему дал. Где? Вот стреляет. У меня 7 патрон. Блять, парни. Я дак мне берда убил. Он умер? Его убили. Убил его, блять, это вообще. Все, я золотаю. Дай золотаю. А, ну ладно. Патрон мне надо немного. Убил же, да? Да, ты убил его. Он фул. Он убил того типа, который убегал. Но он ган его, походу, не нашел. Мы залутали наши сета и начали готовиться к новым рейдам, но нам постоянно мешали. Один дед. Два дед. Три дед. Четвертый магазин заправки. Заправки? Да. Давай. Живой там внутри? Ага. Бегун. Убил внутри калашиста. Ты? Я тут на улице, Ребята приносят нам оружие, и потом мы его продаем в магазине. И так по кругу. Это приносит нам достаточное количество ресурсов на новые рейды.
Когда мы пошли на очередной танк, то встретили еще раз клан 68. Это был их последний файт, после этого мы их больше не встречали. С тобой, да. У меня сбоку, У меня Нокту. Поможешь ему так? Убил. Ты где, Одного убил? Кто со мной я здесь? На самой ХГ лезу. Не стаскивай там. Я на самой ХГ лезу, подождите немного. Full dead. Я лутаю. Я тоже хуловый. У него все калаши. Залутай, пожалуйста, его. Я хуловый. Я комбик. Без двух ебальников внизу. Залутай его, пожалуйста, этого типа. Вижу его. Где? Кабан, блять. Я тоже увидел кабана, я подумал, что... Я понял, что с ним. Понял скалы. Убил бэкающего. Возможно, убил парня. Ты уверен? Три хита голову. А я видел, что он убегал. Он вроде ног. Элка где-то. Он нокнулся, да. Я красный, где-то элка в спине. Есть бинты какие-нибудь? Парню. На, держи. Гускину. Парни, меня закрысили. Я убил его. Йо, я фуловый вообще, парня. Нужно лутать. У меня строчка патрон. С меня калаш бери, убегай. А мне элка настреливает. Тот клан, который нам угрожал в начале ролика, жил с нами по соседству и постоянно бегал к нам то с двушки, то с ревиками. Как только мы точно нашли, где они живут, то пришли к ним в гости. Я думаю, ты убил кого-то? Не, я право накосил очень сильно. Это они бежали. Не, Ратексюма. Перед нами шкода. Голову дал. Волчанки. Да, это они с этого дома. А, вот, Васянка умерла, вот. БТ-клан. Стоп, подождите, так они прапали, нет? Да, она тебя пикает. Тебя пикает. Да. Каменный фундамент, пиздец. Ну, давай шкаф. Ну вот. Один? Опа! Верно. Вижу. С сэфками. Молодец он. Бурт забрал. Они с арбалетами уже бегают. ВК какой-то лежит. Мне кажется, надо второй этаж брать. Металл, да, серая тычка. У них скид во втором этаже был. Сейчас залутаем все это. Так можно мультифицей стоит вот. В доме. С дверьми, да. Мы окупились, просто пиздец, я прям не могу. Какой-то. Один и тот же. Why you raid my base? Они дали! На крышу, наверное. Вы слышали это? Они дальше пахуют! Онлайн рейд. Плохо, что застроить не можем, да. А, вон они, мульти-сиси, да, вижу их. Брата. Третий верстак. Под верстаком ничего нету. Бур. Тортик. Ближе к ночи мы остались с Финном вдвоем охранять дом. И случайно обнаружили возле конюшни ферму и решили ее забахать. Ну, относительно. У меня в двух квадратах есть. Справа дерево зарубит. Я знаю, так. Лестницу он снял. Опа, вот это хреново. Ничего себе, он улучшился. Так, подожди. Я так лягу разобрал. Да, получается, здесь. Конь сижу, припрыгал. А, это ферма. И ферму он улучшил. Да, ферма так и была. Так, ну что, погнали тогда ракетами на коптер убрать подальше. Да, трихат.
обратно. Бердонка на улице. Я знаю, знаю. На горе. Да, да. Там на Котсерло, я убил его. Молодец. Чё ты? Тадика. Чека улица. Бежит, братанка. Не аккуратно, я тут бахаю. И ты не забывай, я на близ немножечко. Я бортовой. Окей. Бери шкаф, застраивайся. Шкафа нету. 2,5 строчки серы. Золотая. Сможешь залутать? Чё, подожди, у нас не забежит сейчас. Шотну. Еще кто-то есть. Дай слой. Это шот. Не сразу попал, наш. Все, я полетел. Тебе сейчас не чеку есть, что. Хорошо. Я быстренько ракету докрафчиваю и все. Во, ко мне его запал. Убил. Пойди-ка. Все, бахай. Вниз, в гараж. Пойди-ка. Это шо? И там задамажь стенку, мы ебем меня. Убил его. Застроиться хотел. А, ну я говорю, он поставил стенку на меня. Братан. Еб! Тихо. Иди сюда. У нас на улице один кент. Убил. Я понимаю примерно, сколько там, но сейчас гляну, да. Есть металл. Тут были, все есть. Все, шкаф взорвал. А шкаф 360 МК. Мы засейвили весь порох. Этот порох понадобится нам завтра на большие онлайн-рейды. Все, отлично. Починить коптер надо не забыть. На следующий день появились новые кланы, которые объединились против нас и сидели под нашим домом. Нужно было провести быструю зачистку. Убили? Да. Убил на горе. Убили. Ты меня клан забрал, да? Я положу обратно. Так они объединились, если что, с нашими. Да, да, там. Там объединение против нас. Нет, так в смысле там? Там же клан поделенка. У них так такой же будет, если они объединились. Я предлагаю пойти на сторону горы, откуда они приходят, найти их план, сейчас бахнуть их. Вот он на этом доме сидел. Не, смотри, но да. Приходили постоянно с горы нас убивать. Тихо, вижу. Убил? Нет, два хита дал. А где он? В деревьях? Да. Убили Берда? Да. Может, вижу, еще у нас целит Берда голая. Садик налил. Убил, впереди еще что-то. Вот хата, да, вот хата. Вот это, наверное. Свой вижу, да. Еще за домом гир... А, нет, голый. Наверное, БТ вот это у тебя хата, нет? Ария, вот либо вот эта хата впереди... Мы ее рейдили вчера. Либо вот эта хата впереди, либо я не знаю, либо та, о которой ты говоришь. Вот это за горой, скорее всего. Да, она. Они вот на это, да. Фулладеты все. Я в хазике. Все, я побежал домой, сейчас ракеты возьму, бахнем ее быстро. Ставь, доктор. Справа. Кстати, грешки, а? Болезненки. Вот, кто-то чекает? Да. Он застроил уже. Апнул. Бахнем. Он апает. Вроде металла апается. Пусть пикает, я чекаю вот это. Голову дал? Право убил. Лево два хита. Дал хит. Голову убил. Давай рейди. Я под хатой? Нашел калашиста твою. А нет, это в костюме. Что, взяли? Я залутал. Все, понял. Пикай, доктор, изнутри дома. Не видно. Подожди, Коль, не кидай. Не кидай, подожди. У меня только Берда еще. На, возьми. Лошак тут стреляет, глушите. Глушить. Живой возьми. В доме. Да, хилки, нет? Нет, вообще, на, так.
Застраивается. Что застроил? Потолок там, ничего страшного. Дом не пусти, я баху сейчас сейвы, да, вот здесь. Я калашик не забрал. На доме, Фин. Есть силки. Вот не было вообще ноль, доктор. У меня 20 хп. Я тебе на моих. Куда мне ты каменный, я тебя добахую. Фин, ты еще не дашь, да, застроить? А? Нет. Не дашь застроить? Верду убил. Они двери пикают. Осторожно. У меня тут-то. Я в печке прошел какие-то, сейчас буду бахать дальше. Бахай внутрь. Убил. Там железные двери. Смотри, в нами всем чекай просто сейчас. Я чекаю МВК угу. Дверь. Двери бить-то, да? По дверям. Вердом был. У него есть силки какие-нибудь? Нет, у меня мало. Один Д. Я иду сюда, да, я уже здесь. Есть что фул сломанный. Я мог быстро убить. Фул дед. Я забрал у него три ракеты. Подожди-ка. Есть силки у него? Все, убил. Нет силок у него. Залутываемся, просто уходим, слышите? Там есть что? Бинты. Так, по мелочи, сишки тут это немного. Дверь. Убил. Нарвал. Убили? Нет. Все, лутаем. Калаши убил. Гаражку. Нормально. Калаши нормально, да. Я ищу. Там про гаражку закроют. А, тут нормально серых, все топ. Сейчас чмоком придет. Да, мы уходим по фасту. Тер забрал, калаш забрал. Я даже не знаю, как назвать эти кланы. Это что-то из разряда паразитов, которые хотели испортить нам вайп. Мы забрали с них ресурсы и пошли дальше фармить. Парни, вы дома? Это кто говорит? А можете подогнать какой-то инструмент? Я только зашел. Это, братан, у тебя голос слишком знакомый, блядь, слышишь? Что-то ты мне кого-то... ебать, встреча. Что-то ты мне, блядь, напоминаешь кого-то. Здорово. Напомню, кто ты, блядь. Чё-то мне кажется, это... Спасибо. Хазмат, ты что ли? Да. Ёб твою мать, блядь, какими судьбами. Вот так встреча. Это ютубер Хазмат. Мы подогнали ему немного ресурсов и чуть позже добавили в зеленку. Также в будущем я поучаствовал в одном из его роликов, который выйдет совсем скоро. У нас на районе остался еще один клан, который мы заметили, когда фармили. Мы докрафтили ракеты и пошли к ним в гости. Бахай. Да, давай, бахай я. Док подсадил меня. А, нет, не могу здесь. Сейчас мы сломаем, пугат. Начинай бахать, у меня разрывы есть с собой. Давайте. Кидай дальше, подходите. Бахай. Стил, выйди, я тебя сейчас взорву. О, я турель взрываю. Давай. Шкануть. Да не, давай бахать, мне кажется, нормально будет. Давай, подожди, погнали. Дайте почек. Стой, не стреляйте по брату. Стреляй. Секунду. Давай внутри. Подожди-ка. Давай дальше в центр. Тажи. Топ, турель, чекаю. Подожди. Я в отстреле у них, я отстрелял. Отлично. Вот с какой стороны. Давай, вот давай сюда, сюда нужно бахать, там шкаф будет сейчас. Давай. Если скидывали, то не все. Ну они только что на хате бегал, отстрел строил. А че электрика отключилась, парни? Шкаф. Что-то сломали? Шкаф. Давай. У меня разрывы есть, я сломаю. Подойди, пожалуйста. Да давай в центр дальше, я не знаю. Компонентов много, да, сейчас пойдем дальше. А, строчку топлива. Ну, вот давай дальше. Серый будет там, убил кого-то. Давай кидай последний.
А, блядь, вот. Вот тут, значит, две лутовые дальше. Ох. Так, а чё это? Тут, да, какие-то стоп, подожди, ящики. А шкаф мультисевник. Мультисевник, да? Да. Да, сейчас погоди. Бахай. Бахни одну. Это подъем наверх. Строчка она пороха. Сера. Сера-порох. Давай бахнем другие двери вот эти. Много нет. Мы зарядили все кланы, которые пытались контролировать космодром. На этом и закончился наш вайп. Мы отдали дом хазмату, переходим к турниру. Это зарубежный турнир, лимит на команду 32 человека, но можно создавать альянсы. В нашей команде было 64 человека, 20 человек русских и остальные турки. На этом турнире кланы по 50 плюс человек, и это норма. Но все пошло не по плану после первого дня нашего вайпа. Я покажу вам некоторые моменты из этого турнира. Ты постани наверх. Иван, постани. Hungry, I'm ciphering and you're rocketing in, okay? Окей. Что он сказал? Три, прими. Ебашка, поле, блядь. Go take top lunch now, okay? Take lunch and after we go another raid. Что он сказал? Возьмите ракетницу, идем на следующий раунд. We need to take top lunch for crates. Топ космос, самый верх займите и ящики латайте. Все, окей. Кидай. Oh, shut up! Be quiet, please. Kill builder when I say you can and broke the all build wood. Broke all wood build. We slamming the first floor, okay? Full rocketing. Kill builder, kill builder. Nah. Your next kill builder, best weapon. Then their base is open, by the way. Короче, блядь. They can't let it go. Okay, just rocket the first floor, bro. Like, I can TP the server's ass. Да его странно, убейте его. Ага. Баню я поднимал. Боль здесь откинул. Кровать откинулся, все дальше. Бери ракету. Откинь меня, если есть лишнее. Down right side, I'm down right side, someone come pick me. На крыше есть, на крыше есть. С горы по нам стреляют. Кого еще нет, парни? I'm going with C-Force, just rocket. Мне никто. Ну тобой сверху, третий этаж. From right side, they're pushing out right side, they're pushing out right side. И на крыше один есть. Raid external TC's, by the way. Wait a second, there might be a kid behind us, by the way. Спине всех убил, слышите? Push, go to right, everyone. Спине всех убил. Guys, come in. Я в ротовой у них уже, парня. Guys, push in and take control. Like, kill them. Ракеты закончились. I killed the left side, I killed the left side. Живой? Drop. Angry wait, I rocket. I don't have rocket. Okay, take. I drop. Oh, shit. Okay, wait to smoke finish. Okay. Take the smoke again. Yeah, it's over. Come. Yeah, kill. It's... Kill up. Guys, push in. Here, I can push in. Напань, ты слева бадик идет. Напань. Да, слева. Желтая бадика, а? Да. I think this boom are hitting us, by the way. First guy, be careful. Yeah. Somebody pick me? Но все испортил сервер. Ближе к вечеру, как все построили свои мейны, сервер просто не выдержал и начал сильно лагать. Все ушли с сервера и пошли по своим делам. В будущем это исправят. Просто неудачный месяц по обновлениям. В своем телеграм-канале я сделал документ со всеми такими похожими турнирами. В ближайшее время мы повторим этот вайп с турками.